Колледж давно стал для нее вторым домом. Свой путь педагогики, преподаватель изобразительного искусства Миляуша Хаматшина начала более 30 лет назад. А выбрать профессию учителя ее вдохновил пример семьи. В моей семье практически все являются учителями. Педагогический стаж нашей семьи около 400 лет. Я сама работаю преподавателем изобразительного искусства. Родители, папа был учителем истории, мама учителем татарского языка, бабушки учителями начальной школы. С 2018 года Миляуша Хаматшина готовит студентов к национальному чемпионату по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья по бисероплетению. И на протяжении 5 лет ее воспитанники лучшие. Они занимают первые и вторые места по России. Учительский труд, он всегда непростой, конечно же. Надо понимать студентов, надо быть на их волне. Наверное, непросто, но мы эти трудности преодолеваем, обучаем и получаем неплохие результаты. За добросовестный труд, за вклад в свою профессию ее наградили благодарственным письмом от Раиса Республики Татарстан. Работать со студентами – одно удовольствие, говорит Челнинка. Сейчас вместе с ними она готовится к финалу чемпионата «Обилимпикс», который состоится 20 октября в Москве. Лилия Гатина, Айзеля Шаймухаметова, Сергей Вильданов. Новости Набережные Челны.